Всем привет! Меня зовут Светлана, и сегодня я покажу вам, как сделать вот такие красивые цветочки. Их называют еще пуансетти. Покажу вам, как легко и быстро их можно сделать. Для работы понадобится коврик, бумага красная и зеленая. И, видите, можно взять спицу с бусинкой на конце или взять специальную палочку. Также ножницы и тычинки. Мой способ самый быстрый. Если вы не умеете рисовать красивые цветочки, то повторяйте за мной. Итак, нам надо нарисовать точку. И чтобы эта точка была в центре звездочки. Чего значит точка здесь будет? Итак, звездочка. Теперь мы вот ко всем этим точкам сделаем лепестки. И нам понадобится одна большая, другая поменьше. Звездочки умеют все рисовать, поэтому здесь нет ничего сложного. Если вы не хотите каждый раз рисовать звездочки, вы можете вот эту заготовочку использовать как шаблон и уже по ней вырезать все остальные детальки. У вас будут цветы по вашему личному шаблону, мне кажется, это очень здорово, когда вы создаете не только вещи ручной работы, а еще детальки в этой ручной работе, все созданы вашими руками. Итак, как же нарисовать вот такой листик? Тоже очень просто. Рисуем сам листик. Так, у нас получился листик. И теперь здесь мы ставим точки. Три точки получилось у нас. Раз, два, три по бокам. И теперь эти точки соединяем вот так. Все, и теперь это тоже вырезаем. Итак, вот что у нас получилось. Две детальки для цветочка и три листика. Сейчас нам надо будет все это смочить и придать форму. Использую я такой коврик специальный. Мочить буду из пульверизатора. Выговорила. Смотрите, вот на этом цветочке я делала немножко надрезы на краях. Так нужно придать форму. Картон очень чувствительный к воде, мой, поэтому я делаю это все аккуратно. Спицы мы делаем в такие вот бороздки с другой стороны, с обратной стороны. А с этой стороны вот так проводим. Сейчас будем соединять наши детальки с помощью клея ПВА. Заранее делаю толстую дырочку, чтобы просунуть туда тычинки, потому что тычинки у меня на очень толстой нитке. Сделали тычинки, смотрите. Здесь нам пока у нас вот здесь все хорошо не подсохнет, тычинки обрезать не буду. Теперь приклеим наши листики. Такой красивый
красивый цветочек у нас получается. Мне они очень нравятся. Смотрите, как красиво можно украсить новогоднюю работу. Такой вариант очень простой, а самое главное, что получается очень красиво. Творите в удовольствие. Если вам понравился этот мастер-класс, жду от вас пальчика вверх. Заходите, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео. Всего доброго. Пока-пока.